Друзья мои, верите ли вы в приметы или в знаки судьбы? Вот я ни в приметы, ни в знаки судьбы особо не верю. Но есть один знак, в который я верю и доверяю ему на 100%. Сейчас я вам его покажу. Если, открывая свой гараж, вы видите на своей машине вот такой вот знак, это говорит о том, что любая дорога вам по плечу.